Добрый день. Вы ищете лечение жирового гепатоза или стеатогепатита? Ну, вы нашли нужное видео. Я доктор Скачко, врач-фитотерапевт в 7-м поколении, автор десятков опубликованных книг по фитотерапии, здоровому образу жизни. Более 25 лет занимаюсь проблемами печени, восстановлением печени. Жировой гепатоз – это состояние, которое восстанавливается. Нужно только дать печени такую возможность. Для минимальный срок для восстановления работы печени – это 3-4 месяца, после которого печень начинает лучше работать, у вас исчезает необходимость в дальнейшем проводить лечение сахарного диабета, лечение атеросклероза сосудов, потому что печень лучше начинает управлять обменом жиров, обменом углеводов, обменом белков. То есть многие сегодняшние проблемы, которые есть, они отступают. Ну, жировой гепатоз печени – это краеугольный камень в таком заболевании, в таком комплексе заболеваний под названием метаболический синдром, или по-другому называют его смертельный квартет, где нарушение участия печени в углеводном обмене приводит к сахарному диабету, нарушение участия печени в обмене жиров приводит к атеросклерозу сосудов, нарушение проницаемости сосудов приводит к гипоксии ткани, развивается гипертоническая болезнь, ну, параллельно нарушается еще обмен белков, развивается явление подагры, явление пиелонефрита и со склонностью к почечной недостаточности. Комплекс заболеваний, мы просто так назвали смертельный квартет, повышение артериального давления плюс нарушение эластичности сосудов приводит к тому, что повышается риск внезапной смерти в результате инфаркта либо инсульта. Если вас такая комбинация, ёршик такой проблем, в принципе, интересует, как от этого уйти, то первое, что вы должны сделать, это начать заняться своей печенью, восстановить печень. Восстановление печени – это 3-4 месяца. Дальше все эти проблемы постепенно начинают вас меньше интересовать, потому что восстановление обмена веществ приводит к тому, что уходит метаболический синдром, уходит риск внезапной смерти, а ваш уровень здоровья автоматически повышается. Если вам такая перспектива подходит, то контакты вы видите, вы знаете, как теперь обратиться, знаете, что делать. Только от вашего желания зависит, поможете ли вы себе лично, либо, может быть, у вас есть родственники, которым нужна такая помощь. Ну, если вам это необходимо, обращайтесь. Я всегда готов вам помочь.